Небольшой хочу сделать обзор, так как многие подписчики спрашивали, что же мы кушаем на Новый год, что покупаем на Новый год, на новогодний стол. И вот самый простой магазин – это Lidl, где мы побывали два раза в разных магазинах. Так получилось, что не во всех магазинах одинаковые были продукты, те, которые нам нужны. Поэтому обзор за два магазина Lidl, две разные цены. Ну, значит, начну вот, что на самое основное, это у нас будет, конечно, ламс, это молодой барашек, вот оно, значит, это у нас за килограмм получается 34,90. Тут 486 грамм и цена 16,96. И такой же точно кусочек, тут немножко другая цена, он чуть поменьше. Вот. Что хочу сказать, сегодня мы когда ездили уже на все продукты, если у тебя есть Lidl Plus, была скидка на 5%. На 5% на все продукты, что ты берешь в магазине. И его, значит, тортик у нас, который мы взяли за по оценке получился он за 5 евро. Шоколад по 39 центов. Бананы были по 90 центов за килограмм. Гранатовый сок, гранат. Это все по евро получилось. Рыба, красная рыбка. По цене она была, сейчас скажу точно, у меня тут чеки, значит, 3,10 где-то получилось. Моцарелла с помидорчиками, чтобы сделать, она по 40 центов. Ну и вот сливки, хурма, пикантный чоризо. И фон для мяса. Значит, получается так, что вот такой чек. Вот за два дня, за два раза. Значит, вот видите, везде тут оценка, если ты идешь с Lidl плюс карты. И вот получилось, что мы заплатили 28,85. Апельсины. Апельсины были 4 килограмма мы взяли за килограмм по евро. Гранатовый сок. Сок гранатовый за пол-литра за 99 центов за одну такую вот упаковочку, в которой пол-литра. Хурма у нас получилась за 2,5. Чоризо в районе 3 евро. Вот этот вот версикас, ну, этот как... Я его беру для чтобы делать салаты. Он получается тоже в районе евро. Сливки. Вот такой небольшой обзор продуктов, которые мы купили в магазине Lidl. Ну, вот цены, которые мы заплатили за продукты. Тут и бананы, тут и хурма. И каре молодого ягненка, сливки, фон, тортик. Вот с одного магазина 39,39 и с другого магазина 28,85. Вот за эти вот продукты. Всем всего самого доброго. Удачи! Пока. We'll be right back.
Oh.